Здравствуйте, дамы и господа. Вот я рассматриваю в интернете сейчас ландшафтное строительство. Это у нас в Сиверском организация разместила рекламу. Она размещает у нас в Сиверском, а еще раньше разместила в Ырице и в Гатчине. Вот. Такая хорошая, солидная организация. Очень много чем занимается в плане ландшафтного строительства. Ну, тут я смотрю, вот у них еще и канализация, ландшафтное строительство, дизайн и благоустройство в Гатчине, в Ырице и Сиверском. Въезды, парковки, садовые скульптуры, аксессуары, топиарий, услуги садовника и агронома, уход за садом, кровельные, отделочные, земляные работы и канализация. Вообще, я должен сказать, что когда вот в октябре впервые мы разместили эту рекламу в Ырице и в Гатчине, на меня очень сильное впечатление произвело, как основательно подходят ребята. Настолько огромный комплекс и услуг, настолько проработаны разные услуги и настолько они четко прописаны. Я такого вот по ландшафтному дизайну, сколько вот размещали мы рекламу в Гатчинском районе, не попадалось мне так основательно, так, чтобы так все это прописывалось здорово. Вот, и водоемы, пруды, бассейны, и кустарники всякие разные, я даже тут не буду перечислять. Вообще ниже, под вот этим роликом, можно все это будет подробно прочитать, посмотреть, и там представлены ссылки, по которым можно будет уйти на сайт клиента, на сайт этой организации. Вот, ну вот телефон тут указан, все так же вот в ссылке здесь указано, вот под роликом в материале, в тексте. Так что организация, вообще говоря, вот лично у меня произвела хорошее впечатление, а я с организациями занимаюсь сотнями и с тысячами по разным городам. Вот, это вот одна из самых неплохих. Так что вот, кого интересует дизайн и вообще благоустройство, связанное с садом, с коттеджем и так далее, это все вот сюда, здорово. Ну и канализация здесь, и прочее, прочее здесь представлено. Так, ну вот здесь можно еще фотографии посмотреть, какие здесь вот представлены в плане иллюстрации. Тоже не лишним будет. Так, ну давайте вот посмотрим. С первой начнем и так вот бегло проглядим, чтобы вообще говоря иметь представление, о чем идет речь. Вот, вот, это все вот комментировать ни к чему. Фотографии сами по себе, а сами за себя говорят. Вот вариации того, что можно делать, да. Да, конечно, симпатичненько смотреть, как это все можно организовать, как можно пространство это привести в такую вот красоту. Такую вот красоту. Нормально. Ну вот, пожалуй, на этом и закончим. Спасибо.